друзья, созрела уже сладкая кукуруза. И пора ее варить. Таня знает очень классный рецепт вареной кукурузы. Ароматная получается, вкусная, быстро варится. Сейчас мы вам покажем этот рецепт. Вот уже сварила. Посмотрите, какая красотень. О, а какой запах тут. Ароматная, вкусная, сладкая, обалденная кукуруза. Будем благодарны тем, кто поделится своим рецептом варки кукурузы. Сегодня собрала первый урожай кукурузы. Буду варить это полезное лакомство. Кукурузу и нижние листики помыла. На дно кастрюли уложила нижние листики. Кукурузу и зонтик укропа укрыла нижними листиками. Добавляю столовую ложку сахара. Заливаю кипятком, чтобы вода покрыла кукурузу. Накрываю крышкой, ставлю на огонь, довожу до кипения. От момента закипания воды варю 15 минут. Прошло 15 минут, кукурузу попробовала, она сварилась. Кукурузу со всех сторон смазываю сливочным маслом. При желании можно немножко присолить. Кукуруза готова.